Тони очень крутой. Это не подлежит никаким сомнениям. Первый день понравился тем, что готовка к углям была очень серьезная. То есть он прямо из глубины все страхи поднял, затем их развеял каким-то образом. И поход к углям уже шел как по обычной дорожке. В конце горячо между пальцами. Очень-очень опыт такой был сильный. Я думаю, стоило приехать только ради этого.